Я сейчас процитирую своего отца, что он убеждал всех сделать то, что они могут. Самые смелые могут выходить на митинги. Менее смелые могут писать посты в Фейсбуке. Еще менее смелые могут убеждать всех вокруг. Вот в этом зале сидит моя сестра Женя Немцова, ей 20 лет. Она делает много дел. Она ходит на митинги Навального, потому что она смелая. Она работает в центре Карины Москаленко и помогает россиянам писать жалобы в Европейский суд по правам человека. Она сейчас и тут мне помогает и будет помогать. Еще она занимается зоозащитой. И таких людей должно быть больше. И надеюсь, что Женя будет убеждать всех вокруг, что она активно делает. Мне кажется, что вот то, что я сказала, вы сказали, академический пугает. Меня тоже пугает. Я никакого отношения к академическому ничему не имею и не буду уже иметь, потому что только отец к этому имел отношение. Но поэтому именно и задача такая стоит, чтобы люди, которые умеют просто объяснять сложные вещи и интересно, чтобы они это делали, в том числе всеми способами, которые возможны. А если вы сказали, что тут есть блогеры и так далее, вот эти люди должны этим заниматься.